Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует проект Фомазраша и проект Илсани. Сегодня мы берем интервью у Кри, менеджера команды Team 46. Мы дико извиняемся за музыку, но другого места мы не могли найти, и поэтому так на заднем фоне играет музыка. Итак, Кри, представься, И расскажи о себе, собственно. Значит, я Крис Лукин, более известен под ником Кри. И являюсь менеджером команды Team 46. Скажи, пожалуйста, об организации сегодняшнего турнира. И что плохо, а что хорошо, по твоему мнению? Организацией я вполне доволен, в принципе. Так же на высоте, как и на любом Astral Cup'е. Думаю, плюсов больше, чем минусов. И я, в принципе, всем доволен. Понятно. А теперь давай ты нам расскажешь о своей команде. Какой был дух? Какой у вас состав? Как вы подготавливались? Какие были мотивации? К чему стремились? Подготовкой мы занимались после наших изменений в составе, собственно, когда у нас ушли Турбо и Разор, и к нам пришли Сенс и Нефарион. Зей и Нефарион. Готовились мы серьезно. Играли Европраки, настрой был на победу все время, нам группа попалась такая проходимая, легко. Играли по пану и вышли, и сейчас настроены выступить хорошо, так что ждем результат. То есть никаких сомнений в выходе в плей-офф всего на сегодня не было? Безусловно, их не было, потому что, Team 46 это та команда, которая выходит из группы и... Рассчитывать на то, что мы не выйдем из группы, не было даже положения. Скажи, пожалуйста, как ты стал менеджером Team 46 и как ты вообще очутился в этой команде? Очутился я там довольно странно. Был такой день. Есть человек Нестер в менеджменте команды Team 46. И, собственно, после разговора с ним, меня взяли в команду Team 46 как менеджера. Еще такой вопрос. Некоторые люди комьюнити не совсем понимают обязанности менеджера. Перечисли их, пожалуйста. Обязанности менеджера являются поиском спонсоров, создание игровой атмосферы благоприятной, а также Европраки, Enemy, и много-много работы на самом деле у нас. Поэтому... То есть на отдых времени почти нету? Я бы сказал, да. Понятно. В принципе, на этом все. Что бы ты хотел пожелать Астрелу и вообще нашим проектам и всему комьюнити в целом? Астрелу я могу пожелать благополучия, потому что это реально ивент, который бывает раз в год, и он, так сказать, на высоком классе. Хотелось бы, конечно, увидеть работы First NK, муви, которая будет похожим на муви с французских планов типа Gamers Assembly или просто про какую-нибудь команду. Я не знаю, это приветствуется, конечно, потому что это поднимает уровень организации более того. Понятно. Спасибо, Кри. На этом это интервью заканчивается. Буквально через некоторое время ожидайте еще одно интервью. И вообще на сегодняшний день у нас очень много планов. Обновляйте странички, смотрите, удачи!